Строители школы в Малаховке нагоняют график. Учреждение на 275 мест возводят в рамках национального проекта «Современная школа». Каким будет новый храм науки, расскажет Анна Троян. Три этажа, просторные кабинеты, актовый зал, большой пищеблок и два спортивных зала. Новая школа в Малаховке строится по всем современным стандартам. Учреждения разделили на два блока – для начальных и старших классов. До сдачи объекта осталось около 2 месяцев. Полностью завершены работы по наружному водопроводу, по наружной канализации, полностью завершены черновые работы, полностью завершены работы по монтажу кабелей, несущей систем. Завершен монтаж коробов вентиляции, уже приступили к пуску наладки. Впереди чистовая отделка помещений и благоустройство территории. Прокладка дорог, тротуаров, обустройство игровых площадок, разбивка газонов, высадка деревьев и кустарников. После затяжной заморозки объекта во время пандемии пришлось наращивать темпы. Подрядные организации мобилизовались быстро, организовали, как говорится, противовирусные мероприятия, все приступили к работам. По котельной, да, здесь есть проблематика прохождения инженерных сетей. На сегодняшний день вопрос мы решили. Есть подрядная организация. Для того, чтобы современная школа в живописном уголке Малаховки приняла учеников в срок, а именно 1 сентября, 92 человека трудятся по 12 часов в сутки. Все работы строители обещают выполнить согласно графику. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.